Есть один парень. Он думал, что не справится. Я решил, что это просто нервы. И взял его под свое крыло. Он как будто чувствовал. Перл-Харбор — это величайший крах разведки в американской истории. Это не должно повториться. Я сделаю все, что могу. Некоторые из парней все еще хотят драться. Японцы задумали что-то серьезное. Какова же их цель? Мы полагаем, что Мидуэй. Вашингтон не согласен. Вашингтон ошибается. Если проиграем, японцы захватят западное побережье. Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Будут сожжены. Приказано взлетать! Надо врезать изо всех сил, чтобы они поняли, что значит пропустить удар. Пара десятков самолетов против всего японского флота. Это нечестный бой. Как вести их в атаку? Они пойдут за тобой. Если ты знаешь, что не подвел тех, кто на тебя полагался, то тебе ничего не страшно.